Всем привет, меня зовут Ниндзя Араши. А играет за меня Влад, да? Так, хорошо, 52 уровень, погнали, ребята, продолжаем историю. Продолжаем историю, в прошлый раз мы с вами обнаружили новый артефакт. И это очень-очень круто. Так. Ну, прикольно, кстати, что вот находятся новые. Я думал, мы уже с вами все, мы уже с вами их не ощутим. Но мы их до сих пор ощущаем, эти артефакты. Поэтому это очень прекрасно, это приятно. Вот так. Вот так это делается. Впрыгивается, вносится, разносится. И это очень приятно все смотрится, по сути, да? Так, ага. Вот это я понимаю, вот это вошел как человек просто, да? Хорошо, прям вообще нормально. Уже две звезды у меня есть. Уже у меня есть две звезды. Это приятно. Здравствуй, я тебя увидел. Ты часто встречать любишь наш. Нас лю. Да пизделся! Да, да пизделся. Так, ладно. Ну вот бывает, да, ты умираешь на таких моментах. Глупых, по сути, да. Это нормально. Иногда ты говоришь, говоришь, такой, восхваляешься, а тут хоп, и все. И, собственно, улетел в штырь в какой-нибудь. И это неприятненько слегка, так. Блин, ну круто, нам буквально сколько, 3 артефакта надо с тобой еще отыскать, получается, и все будет круто. Интересно, введут ли еще артефакты с новой главой? Тоже вот такой момент, волнующий достаточно, очень сильно меня. Было бы, конечно, неплохо, если бы разработчики постарались в этом плане. И ввели еще чего! Да ну нихера себе, ну что тут сделать-то можно было? Ты чё? Ты зачем это сделал? Он взял у меня, спрыгнул сам. Чувак, не смей это делать, хватит. Не занимайся чепухой. Так. Вот так хотя бы. О, боже, там... Там членус. Так, тихо. Он умер? Все, да, он умер. Хорошо. Очень хорошо. Крайне хорошо. Тут ничего? Ничего. А то вдруг 2 уровня подряд будут у нас с реликтами. Нам это надо обязательно. Так. Реликты, реликвии. Отлично. Ну ты прыгнуть не мог, что ли? Ну чё ты завис-то? Чё ты завис-то, как пакет, сука, целлофановый? Долбоёб, что ли? Совсем уже? Или как? Или где? Так, хорошо. Так. Классная музыка, кстати. Тихо. Хера себе, ты видел? Прочертил буквально лицо свое. Но выжил. Охренеть. Это было жестко. Да ну не. Хорош, успел, ты видел? Офигеть. Я успел. Отлично. Да, вот некоторые моменты, вот сам себе удивляюсь, короче, когда вот это происходит, ловкость рук. Это просто невероятно. А иногда просто сидишь такой, думаешь, ёлки-палки, как так вышло вообще? Окей, давайте next, сразу 53. Смотрим, чё и как. Так, здесь ничего нет. Вот такие, ребят, дела бывают у нас, да? Немножко приятный, немного неприятный. Что это такое? Что это вдруг? Ну-ка, давайте еще раз. Давайте еще раз. Мне не понравилось то, что я сейчас наблюдал у себя на экране. Так что давайте как-нибудь мы переиграем этот момент с вами неприятненький, да? Чтобы было приятно. Чтобы эта колбаса нас не задевала. Так.
А вот это мне не нравится. Вообще не нравится. Подожди, подожди. Как же что угадать-то? Подожди, подожди, подожди. Подожди, 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 подожди. Вот. Блин. Тихо, 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 тихо. Блин, вот я же мог. Вот сейчас с этой получится, смотри. Окей. Все, отлично. Неприятное место, оно могло убить. Ты же далеко от мины был, как тебя так задело чуть-чуть? Дурачок, что ли? Отлично. Очень отлично. Ох, блин, пакетик с деньгами просрала на... Сука. Ну, я хотел, конечно, на эту штуку упасть, на землю, но... Да, 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 переволновался немножко, переволновался. И не туда, не туда, не туда свернул, да, не туда свернул. Ну, давай пакетик хоть с деньгами заберем. Чем ради 100 денег умерли? Неплохо, неплохо, мне понравилось. Так. Подожди. Ага. Так, теперь здесь. Ага, туда прыгнем. Хорошо. Не-не-не-не-не, Игорек, не надо. Игорь. Не сегодня, Игорь. Да, не сегодня, брат. Так. Ох, показалось, там чувак висит. Нет, это не он, слава богу. Еще его не хватало тут. Чтобы приземлился и кто-то тут висел еще. Этого не надо. Окей. Так, ну в целом, в принципе, неплохо получается тут. Нужно просто аккуратно деградировать с ними вместе, понимаешь? Вот так вот аккуратненько. Уже рефлексы. Уже рефлексы, братишка. Здравствуй. Ты меня уже не возьмешь. Никогда. Ни за что. На свете. Так, ну, слушай, с таким успехом, возможно, мы сегодня даже и 3 уровня осилим. Было бы неплохо, да? Было бы очень даже неплохо, слушай. Хорошо. Очень неплохо было бы. Отлично, там была жизнь. Ну, блин, прям классно получается, я тебе скажу, да? Есть такое. Я не успел отпрыгнуть. Офигеть! В такие дебри меня засунуло. Серьезно? Капец. Я не отсюда хотел начинать. Определенно не отсюда. Так, ну мне вот отсюда проще прыгнуть будет сейчас. Окей. Так. Там что-то должно было свалиться, я правильно понимаю? Ага. Хорошо. Кстати, у меня уже 3 звезды. Как ни странно, я что-то не понял, когда 3-ю успел взять. Ну да ладно. Главное, что взял. Хера, видали? Как отбрасывает, смотрите. А нет, здесь уже не отбросило. Да, жесткая ударная волна, конечно. Чувак. Ну, я не знал, конечно, что он там сидит, но я предугадывал, конечно, эту мразь там встретить. Здравствуй, хый. Привет, хый. Да что там хый? Привет, хуи. Так, тихо. Вот здесь опасно сейчас. Здесь опасно. Здесь много хыёв всяких. Так, тихо. Пойдет. Очень даже пойдет. Так, ну я очень бы хотел тогда еще один уровень сегодня с тобой прям конкретно пройти, прям по конкретике это сделать, да? Мы с тобой конкретные люди. Так. Серьезные и конкретные ребята, которые, если планируют, надо как бы постараться, да? Отлично, хорошо. Так, ну все, тогда сразу же летим, летим, пока у нас кураж на 54-й левел. Так, что тут?
Что тут у нас? Ага, все, я понял. Даже не буду пытаться, потому что меня там убьют. Мне откроют там попку. Все хорошо. Так, чем нажимаем? Чем нажмем? Отлично. Кубик нужен какой-то, да? Чтобы нажать как следует. Но пока мне его... Ага, вижу, вижу, вижу. Вижу кубик. Прикинь, да? Прикинь, что делаю? Ох, ниндзя Раша, знаешь, чем хорош? Он прям вот... Когда ты свою ловкость чувствуешь, это круто. Это реально круто. Ты такой думаешь, нихера себе, вот это я могу, конечно, да? Уворачиваюсь вот от всего, что только можно. Так, ну на самом деле... Так, подожди, подожди, подожди. Вот это неприятный парень был. Поэтому мы его с тобой сейчас, как говорится, обесточили. Отключили от сети. И это было прекрасно. Пенис, взрывайся. Отлично, забирай друга с собой. Все, нормально. Блин, очень круто идет, но я еще ни одной звезды не взял. Тебе на заметку. Представляешь, ни одной звезды не взял еще. Ты можешь себе представить вообще такое? Чтоб я не взял еще ни одной звездочки. Такое вообще реально? Вылазь. Так. Это кто? Подожди, это кто мне сейчас вдал так неплохо? Вы видели это? А кто мне так набросил-то неплохо? А! Вот это чмо! Капец, я чё его не заметил, нихера себе. Так, чувак, тоже не твой день. Не, ну, блин, я не хотел умирать от вот лучника. Ну, это прям позорная смерть была. Не, на самом деле, не заметил даже, если честно, его. Иногда такое случается, что ты не замечаешь таких людей вокруг себя. Слушай, две звезды надо еще замутить каким-то образом. Очень хочу их взять. Не представляете, как. Хорошо. У меня ощущение, что вот я где-то там одну звездочку где-то забыл. Ну, где-то далеко сзади. И теперь, типа, вообще ее не возьму никогда. Ну, такое просто бывает, что, типа, ты прошел уровень, а потом осознаешь, что нифига себе, звездочки-то нет. В первой части там мы свиточки собирали с вами. А теперь мы звездочки собираем, представляешь? Когда звездулечки-то нету, немножко печальненько нам с тобой, так ведь? Хорошо, жизнь дополнительная. Так, там у нас... Ну, это такой наш чувачок. Быстрый. Ух, нихера себе замаскировали ключ. Прикол. Так, только не говорите, что сейчас конец уровня, пожалуйста. Скажите, что сейчас звездочка, а потом конец уровня. Просто как между ног, понимаешь, вошел. Не в этом. Нихера себе. Удачно прижмись, называется, к стене, чтобы увидеть это все. Офигеть. Не об этом я, если что. Между ног, в смысле, между двумя ногами как будто ударил, понимаешь? Они двое стояли, я такой между ними, хоп. Один раз клинком махнул, и их уже нет. Этих людей, понимаешь? Так. Все, сделано. О боже, это было очень эффектно, это было круто. Всем спасибо за просмотр, с вами был Влад. Пока-пока.